В Болгарии, так же как и в большинстве стран мира, принято встречать Новый год дома. Вот только вместо традиционных поздравлений в 12 часов ночи во всех домах на 3 минуты гасят свет. Это время новогодних поцелуев, которые заменяют тосты. После этого хозяйка начинает разрезать пирог с запеченными в нем сюрпризами. Если достанется монетка, жди богатства. Лепестки розы любви. В Австрии в старину хорошей приметой считалось встретить на улице трубочиста, прикоснуться к нему и испачкаться. Считалось, что это приносит большое счастье и удачу, поэтому там принято дарить подарки в виде глиняного или тряпичного трубочиста, испачканного сажей. В Ирландии вечером накануне Нового года раскрываются настежь двери домов, и каждый, кто пожелает, может войти и стать желанным гостем. Его усадят на почетное место, угостят стаканом доброго вина, не забыв при этом сказать «За мир в этом доме и во всем мире». В Колумбии считается, что без стрельбы, фейерверков и взрывов праздника просто не может быть. Местные жители делают кукол, изображающих Старый год. Их носят на палках, читают смешные завещания. Затем отбрасывают от себя подальше, и в полночь заряды и порох, спрятанные в фигурках, начинают взрываться. В Микронезии обитатели одного из островов каждый год меняют имя. Делается для того, чтобы сбить с толку нечистую силу. Происходит это так. Проснувшись 1 января, члены семьи закрывают рот ладонью, говорят друг другу свое новое имя. При этом кто-нибудь из родственников колотит в бубен, чтобы злой дух никак не сумел подслушать. Имя каждый выбирает себе сам. В результате чего происходят различные казусы. Так, 2 года назад половину жителей деревни звали Майкл Джексон. В Венгрии в Новый год люди любят сжигать так называемое чучело козла отпущения, который, по их мнению, символизирует несчастье и беды уходящего года, и его сожжение позволяет избавить их от невезения в наступившем году.